Владимир Высоцкий. Не состоялось. Мишка Шифман – башковит. У него предвидение. Что мы видим, говорит, и кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль. А кого не попадя пускают в Израиль? Мишка также сообщил по дороге в Мневники. Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал до того красиво, что я чуть был не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян. Возразил два раза я. Говорю, Маша Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой. Говорит, они же нас выгнали с Египта. Оскорблений простить не могу такого. Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь. Мне нужна компания. Мы ж с тобой никак не будь. Здравствуй, до свидания. Побредем, паломники, чувства придавив. Хрен ли нам мневники? Едем в Тель-Авив. Я сказал, и я вот он весь. Ты же меня спас в порту. Но одна загвоздка есть. Русский я по паспорту. Только русский в родне. Прадед мой самарин. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифмана не трогаешь. С Мишкой прочь сомнения. У него евреи сплошь, в каждом поколении. Дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих. В Израиле без них. Гинекологов одних, как собак нерезанных. Нет зубным врачам пути, слишком много просится. А где на всех зубов найти? Значит, безработица. Мишка мой кричит к чертям, виза или ванная. Едем, Коля, море там, Израиль и ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасной. Я еще хлебнул кваску и сказал согласный. Хвост огромный в кабинет. Из людей, пожалуй, 100. Мишке там сказали нет. Ну, а мне, пожалуйста. Он кричал, ошибка тут, это я еврей. А ему, не шибко тут, выйди вон из дверей. Мишку мучает вопрос, кто тут враг таинственный? А ответ ужасно прост, и ответ единственный. Я в порядке. Тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет. Проклятую. Говорит, что за графу не пустили. Пятую. 1972 год.